Всем привет, ребятушки. Всем доброе утро. В общем, у нас уже 8 часов. 8.04. И я уже на полпути в техникум. У нас на улице сегодня очень холодно, плюс ко всему такой довольно густой туман. Так что вообще Silent Hill. Здравствуйте. Ладно, все это техника. Сегодня будет короткий день. Вообще должен был быть дистанционный день, но у нас математичка, не знаю, учитель математики сказал, что путалась математика, вот. Так что учусь я где-то сегодня максимум до 11 часов, скорее всего. Так, можно дорогу перейти. Спасибо. В общем, учёба закончилась, не успев начаться. Время сейчас только 9.44. У нас было всего две математики. Почему бы и нет, да? У нас даже туман еще не закончился. Капец, не прошел. На улице так холодно. Иду уже, у меня прям холодно, я не понимаю, почему. Хотя обычно, когда плюс 8, более-менее нормально. Наверное, из-за тумана так холодно. Причем туман такой густой сейчас, что... Чтобы вы понимали, вот тут вот должна быть Сибибаса. Который, как видите, вообще абсолютно не видно. Там вдалеке тоже ничего не видно. В общем, да. О, вот она. Проявляется, как я подхожу. Тупо Silent Hill такой. Красивенько. Автобусная остановка. Красиво. Я не могу. Офигенно выглядит. Просто. Если вы смотрели такой фильм под названием Silent Hill, то я думаю, вы понимаете, о чем я. Класс. Если бы еще не эти провода, было бы еще лучше. А я уже дома. Приготовил себе такой обед, можно сказать. Пельмеши все сварил. Такие вот сметаны. Так что, если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Балуш, пойдем гулять. Пойдем гулять, Балуша. Балуша. Кошка-то теперь. Пойдешь гулять? Да? Пойдем? Голос. Давай. Был голос. О, пошли гулять. Я вот думаю, может, пока я сидел дома, нужно было сходить в город. Точнее, у меня еще есть время, чтобы пойти в город. Но в город я пойду сегодня по-любому, потому что мне как бы нужно сегодня на вождение. Вождение у меня будет в 4:30. Сейчас время 2:47. Поэтому, не знаю, посмотрим. Сейчас, возможно, погуляю собаки, но мы схожу в город. В общем, не хочу я сегодня идти в город. Просто так. Схожу только на вождение, потому что сегодня еще один тот самый день, когда мне ничего не хочется. Не знаю почему. Просто хочется вот так вот сидеть целый день, все, я уже практически почти весь день так сижу. У нас уже, кстати, почти 4 часа, и через минут 10-15 нужно будет выходить уже на вождение. Начало вождения вроде будет там же, где и обычно, возле Вамерклаба, вот. Мне тут идти, не знаю, 10-15 минут, может, чуть-чуть побольше. Так что такие вот дела. Сейчас что? Кстати, прикиньте. Уже почти половину воды выпил. Это много, по-моему. Больше литра выпил. Так что сегодня я думаю, что я ее допью. Потому что в последнее время я начал не допивать эту воду просто. Потому что не знаю почему. Просто так. Вот. Так что сегодня нужно обязательно допить. Но есть один минус. Я если пью прямо перед сном, то мне потом постоянно лицо опухает. Вот лицо такое опухшее с утра. Да и если не перед сном, тоже лицо опухает постоянно, вы сами это видите. Но зато,
когда я постоянно пью воду каждый день, то у меня лицо более-менее приходит в норму, мне кажется. Ну, я имею в виду там прыщения от всяких и все остальные фигни. Вот. Ну и кожа влажная становится. Так что да. Все. Скоро уже буду выходить. Мне куда-то вот сюда. Да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, вождение прошло успешно. Время уже 18.02. И мы, короче, катались там же, где и в прошлый раз. Сейчас хочу немножко погулять по городу. Если я уже тут. И уже тогда пойду домой. А я уже пришел домой. Вообще, на самом деле, уже успели заехать в магазин. Вот. Купили всяких вкуснятин. Я, например, сейчас сижу, кушаю бигланч. Типа роллтона, только бигланч. С ароматом говядины, грибов, грибами и зеленью. Очень вкусные. И чапари еще себе купил. Вот такие вот. Лейс с лесными грибами. Вот. Так что сейчас немного поем. И начну, наверное, садиться делать домашку, потому что время уже 7 часов, у меня еще нифига не сделано. Вот. Капец, короче, с этой матемой. Сколько мне тут листов получилось? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это ж, ёб твою мать. 8 листов с домашкой. То есть тут 12 страниц. То есть на одну домашку у меня уходит больше половины тетради. Спасибо. Просто. Ладно. Ладно. Я просто не понимаю, как математичка любит это все проверять. Может, она кайфует от этого, может, ладно. Не будем это слово говорить. Может быть, она смотрит мои влоги еще, не дай бог. Не дай бог. Так, ладно. Завтра еще будет ПД по матеме. Или по вашему контрольная работа, кто не из Латвии. Так что трындец. По матеме тоже ПД будет, кстати. Вот. Так что сейчас посижу, наверное, поготовлю что-то. Хотя бы чуть-чуть для приличия. Вроде как там все понятно, но вроде как ничего не понятно. Так что, да, сейчас посижу, немного подготовлюсь. Кстати, мы уже успели погулять с собаками, сходили. Вот. В общем, я попытался хоть как-то подготовиться к этой математике. И надеюсь, я ее напишу завтра как-нибудь. Как-нибудь что-нибудь напишу. Так что да, ребятушки, я, наверное, буду заканчивать уже на этом влог. Время 21.53. И всем спасибо, кто досмотрел ее до конца. Ставьте лайки, пишите комменты и не забывайте подписываться. Все, на этом все. Всем пока.